Здравствуй. Ты что делаешь? На тебя глянешь, сразу скажешь, это сидит семинарист. Пиво сторожит помещение. Молитвами святых отец наших. Доброе утро. Вот, ну, хватит. Только ты их не спаешь. Потому что тьмы. А ты где кот был-то? Да у друзей, у Ксюшиной родни, у сестры с ему, ой, у брата с его женой. У брата с ее женой, короче. Ты на машине едешь? Mm-hmm. Сколько там мест? Поехали с нами. Ты уверен? Ну, ты уверен, а что там отец один не едет? Наверное, я точно не знаю. Может, он кого уже набрал без меня? А? Может, он кого-нибудь без меня уже выбрал? Я тоже думаю. Мне кажется, это все нормально. Вот тебе здесь раз. Там думаю, вдруг и не хватит. Кто там едет? Коль, я не знаю, я не знаю. А во сколько вы езжаете? Ой, Коль, даже так. Ну это раз, не знаю. Нет так. Да во сколько? Мне скажи, во сколько вы выезжаете-то? Секрет. 7:30? 7? 7:40? Секрет. Какое подставило? Да, Коль, ну что делать? То есть, все-таки литургия начнется в 9? Нет, не в 9. Все объявили, что 8 собор. Я тебе сказал на полчаса раньше. Ну зачем? Чтоб ты не опоздал. Ты дурачок, я бы домой лучше съездил. Штанами. Ты не успел бы. Успел бы, что? Я вышел в 6. Мне как раз может было в эту сторону ехать, можно, да? Ну ничего, ничего, пусть все, что не делает, все пишешь. Ну ничего. Поэтому гулять так не хотел, рано вставать. Вы спаливали еще с утра все? Где они? Когда был день Серги преподобного? Ой, недавно. Ну вот, но мы с тех пор опять переиграли дату. То есть там оказалось, что брата не будет дома 5 числа, и надо делать все 19-го. Ой, в общем, я вообще не знаю, когда там это все надо делать. Мне вообще... Вам до рождественского поста уж не натяните. А то уж на всех ничего не получится. Ты хоть вчера был на службе? Да, что? Мы тоже так служили. Вы Ефимию Пшехвальне служили? Нет, мы служили Ольге Полилее. Мы тоже служили Ольге Полилее, а про Ефимию вообще не стали. Мне это не очень нравится. Мне кажется, Ефимия тоже хорошо сделала. Знаешь, это чудо? Угу. Там была хартия этих еретиков с их символом веры. И символ веры наш. Они положили два символа веры в гроб, ну, в гробницу. Ефимия Пшехвальне. Да. То есть как бы на грудь или там по руки. А когда утром встают, смотрят, у ней
Одна хартия на груди, а другая в ногах. А ты не хочешь молитву утреннюю читать? Хочу. Это все может попасть в кино, понимаешь? Все, что снято 24 числа. Это клуб Скотт. Это придумал продюсер Ридли Скотт, короче. Ой, наверное, мне было плохо. Нет, вполне такая простая идея. Подожди, ты куда пошел? Я тебя жду здесь. Как тебе 12? Время без 12. Ты неправильно чисто. Коль, я не... Коль, ну хватит, мне уже надо замучиться этой камерой. Давай, короче, молиться. Я на секунду. Коль, зачем на камеру? Коль. Ну, это интересно. Ну давай, сейчас 10 минут молимся, я пойду пудовки будить. Угу. А ты вставай, я посмотрю, как это будет выглядеть в кадре. Коль, давай, завтра еще не будет.